Всем привет, с вами снова Макс, и сегодня мы с вами будем продолжать проходить игру под названием Majesty. Я тут немного перезапускал. Вот, что у нас тут происходит? Тут происходит война с гоблинами, и если гоблинов не станет больше, я под конец вчера был вот прямо... Ой, вчера, ну, короче, в прошлый раз на том, чтобы перезапускать миссию, но вроде бы мы более или менее стабилизировались, герои повышают левел, там, конечно, до сих пор великих шаманов убиваем, ну, кстати, они 2-2. Последних двух заходов. Вроде как новый заход начинается. Короче, полнейшая жопа повсюду. Ну мы, короче, пытаемся. Так, ну гоблинцы туда бегут. Ох. Ладно, погнали. У нас сегодня несколько задач. Первое, мы воскресим парня. 1700 надо, потому что воин нужен. Потом надо будет улучшить замок, улучшить рынок, то есть поднять экономику, фигануть сюда дворфов, чтобы защитить рынок. Вот, надеюсь, никто сейчас быстро сдыхать не будет. Блин, файтер сдохнет. Да ёперный театр! Я говорю, блин, капец, проблемы. Еще одного файтера забили, вы что там, охренели? Да. Притом они должны выдерживать нормально, что-то у них не получается. Защищаю вашу собственность. Так, файтер, давайте. Эх, какая жопа, да? Блин, ни хрена их там поздыхало. Рядом только с одними воскрешениями, блин, намучимся. Блин, еще рейнджер отъехал. Че там все? А элементаль ты что забыл? Элементаль сагрился. Как это произошло, я вообще хз. Здорово, Видомир. Герой мог сагрить элементали отсюда, что ли? А, блин, это жопа какая-то. Так. Файтер, возвращаемся. Блять, извините, там еще один отъехал. Идиоты! Дебилы! Чё, Видомир, типа, я как стример, который уже давно играет, и ты как много кого видел, кто играл в эти... Подожди, они... Они мне магическую лапку сломали. Ну, ладно. Типа, как я справляюсь по сравнению с остальными? Сейчас рейнджера воскресим. Кстати, здорово, если что. Так, нужны деньги. Поэтому магическая лавка сюда отправляется. Так, ну вроде бы справились. Сейчас надо народ воскресить. Да нормально, по-разному бывает. Плюс стримит игру так редко. По-разному бывает. Окей. Блин, я думал, сейчас экономику наложу. Ага. Мне наоборот ее ломают, блин. Но они там более или менее от них отбились. За 300 там никто не захочет. Да, тут надо будет снова вот эту штуку восстановить. Но физзащита нужна. Еще золото, ваше величество. Ага. Так, погнали. Так, нужно народ воскресить. Блин, 1700. 1800. Вы просто охренели, блин.
А я еще дворфов хотел. А сколько новую гильдию дворфов? 3000. Ну, надо сюда. Для улучшения защиты. Нормально там жрицы типа фигачат. Новое нападение идет. Скажись. Пока не уверен, куда пойдут. Кстати, 3 торговых поста можно занять. Слева снизу, наверное, один, да? В смысле? Серьезно, ну как так можно-то, а? Гоблинцы побежали. Я пока что не уверен, если они сейчас ломают, перезагружаемся. Я просто не заметил, как они подошли. Ну это охренеть, блин. А, подожди, тут что-нибудь построено магическая лавка. Магическую лавку не трогай. Типа, знаешь, они вот такие вот, а вот мы вот так вот пойдем и вот сюда нападем. Плюс еще там вампиры типа припираются. Что еще больше бесит. Надо, блин, поймать их как-то. Ну вот этот торговый пост я не смогу удерживать, там просто там нахрен все порвут. Ладно, тут пока типа цены не назначаем тогда. Подожди, а ты какого левела, что ты просто отъехал? Я даже как бы не в курсе. Вот они как-то вот сейчас вот напали. Да, вон бегут. Еще золото, ваше величество. Угу. Живо туда. Все. Все на защиту. Капец он на него. Они как-то левел повышают, что ли, я не знаю, типа... С ними практически не разбираются. Еще золото, ваше величество. Все золото. Больше золота. А, ну, кстати, это... А, нет, тут великий шаман идет. Два ш... Вы чё охренели? Давай, рейнджера. Сюда, погнали, бой! Я не справлюсь сам. Ты на сопротивление крупных гоблинов, посмотри. 15-20, это много разве? Гаси их! По-моему, гильдию сломают. Да, сука. Да как так, блин? Они просто типа фокусят ее. Блин, там опять рейнджер, что ли, отъехал? Они еще с другой стороны напали. Ну это просто на похрен. Нахрена там герои нужны? Так, фокусим, фокусим. Блин, вообще, если дворфов поубивают, будет просто жопа. А, ну у них зелье есть, нормально. Вроде должны справиться. Так, только гильдию не теряйте туда. Короче, милишники там вроде все 50-70. Да. Ну тут проблем не в милишниках даже, по большей части. Деле закончились. Серьезно? Еще
Нет! Сука! Да мне воскрешать дворфов! Ну, блин! Гриди в жопу! Чего они с двух сторон напали, а? Можно с одной стороны, чтобы у меня более или менее хотя бы фокусировался народ? Просто звездец. И урона, ну вот дворфов, типа защиты до хрена, они просто сносят их. А, ну да, некоторые. Вон 43, 58, 100, блин. Прошибает. Не в себя, блин. 6. Дварфов можно лечить. Ну, я как бы лечил. Но это эффект был минимальный. Плюс через паузу. О, этой игры гениальная логика. Типа, через паузу ты заклинание не можешь применять. Охренеть, блин. Просто я фанатею. Короче, что-то вот это вот нападение, она как-то мне сильно экономику ломает. И типа с разных сторон влетаю. Еще золото, ваше величество. Так, вперед, повалили. Нужно защищать. Типа там сверху и справа. Учитывая, что каждого капец как долго уничтожать. То звучит как типа проблемы. Так, вперед, вперед, вперед. Помоги мне. Ну вот. Блин, через паузу я сейчас бы его вылечил. Ну вот серьезно. Игра, иди в жопу. Быстро в бой. Я как бы хз, когда они на вообще прутся. Мы продержимся! Я вот этому дворфу будет проблема. Ну, пока хилки есть, вроде бы, типа, нормально. Смотри, что творят, а! Блин, я не то здание защищаем. Просто звездец! Я говорю, я не понимаю, на какую здание они агрятся. То есть они такие берут и... агрятся на раз. Вот не хватает, при том с самого начала я тут недавно пробовал, у меня вообще никто не умирал. Ну, типа, три храма хилов это дорого, это мало урона еще кому же. Типа, они и так не прошибают. Награда за мою работу. Опасность. Мое имя. Вот куда вы нападаете? Вот я вот не могу понять, типа, они везде, блин. Давай тут тысячу поставим. Ну, а вот там жрицу загасили. Вот, мне жрицу загасили, она будет миллиард стоить. Я серьезно говорю, на воскрешение. Ну, они тут все пробили нахрен. Какое же дебильное нападение-то, а? Я при том не знаю, что сделать, куда, типа, флаг атаки послать. Уже везде говно. Типа, сюда отправишь, сверху вампиры подожмут. Сюда отправишь, типа, они нападут вот на какое-нибудь здание, снизу там вынесут. Наверх отправишь, блин, еще хуже что-нибудь станет. Ну, пробуем опять сюда. Где? Как? Почему ты сдох?
Почему вас так быстро убивают? Почему у них так много урона? Где дварфы? Че, рейнджер, блин, отлетел. Ну, они туда погнали на здание. Потенциально могут защитить. Ты посмотри, что они творят просто на похер. Гаси, блин! Дварфы, я вас верю! Так, потенциально тут можем справиться. У меня тут, кстати, во второй DLC улетало начало, как-то не дружит с Win10 игра на Винте. Слушай, можно еще раз кинуть там то, что типа мод какой-то чел устанавливает? Потому что я что-то не помню, короче, где-то я потерял ссылку. Так. Возвращаемся. Блин, там еще один файтер отлетел. Я серьезно, я пока нового файтера буду всех воскрешать. Это про... То есть мы просто экономику не можем восстановить. Типа сделать ее серьезней. Потому что нужны гребные файтеры, которые дохнут, блин, каждые 500 секунд. Нет! Да как? Вот серьезно, я сейчас нажал на хилку, не нажалась она просто. Раза два нажал, видел, то что не нажимается, ну охренеть, блин, спасибо, игра. Что-то такая корявая, блин, говно. Сука, еще один файтер отлетел. У меня вообще файтеры остались? Один. Жрица, 3500 стоит, я говорю, 5 миллиардов будет стоить. Ряд. Ну, сейчас, кажется, новая типа толпа, блин, придет за это время. Левела набирает, я не знаю. Жесть, просто жесть. Файтер вперед. Ничего не сломались еще? А, вон там новые гоблинцы бегут. По-моему, да, новые бегут. Игра всрить, надоело уже. А, погнали сюда. Ну уж надо, типа, выносить их. Так, вперед. Пока там реально, типа, новая братва не пришла. Так. Сломайте вот этого. Они до сих пор привлекают. Устал я. Приключения начинаются.
Неужели вы отбились? Да не может такого быть. С ума сошли, наверное. О, новое нападение идет. Блин, я не знаю, куда эти сейчас нападать будут. Давай, 11-й. Герой отлетел еще кому-то. Приходить на другую точку. Сейчас, блин, нахрен тут все повыносят. Стой, кто идет? Блин, я бы за 3500 жрицу бы воскресил, но, блин, как же это дорого сейчас. Нет, да я перный тебя. У меня такое ощущение, как будто я воскрешаю, вот у меня, типа, сразу же дохнет. Нет, не ломай. Мудаки. Тут флаг снимаем тогда. Так, быстро вниз бегите, а? Прости, мне пора. Нужно срочно их количество сократить. Блин, проблема в шаманах, вот серьезно. Убивать полгода. Вроде бы успел. Я не справлюсь сам. Нет. А где все герои? Вы что там огребли, что ли? Так, этому хана. Да, блин. Я просто не успеваю. Ну, хрен его знает, типа, тут нахрен все сносит. Подчистую. Ты уже хрен его знает, как защищать все это. Подожди, там еще одна жрица отъехала. Когда? У меня просто денег не хватит все это воскресить. Охренеть. Так, сюда, все. Почему в какой-то момент героев нету? Чем вы заняты? Скажите мне. Вот ты идиот, ты почему сдох? Почему ты подставляешь государство? Что темп сначала потерян, карты не защищены. Ну, я не знаю, как темп, типа, этот поддерживать. Я, типа, пытаюсь что-то делать, ну, как бы... Кем она, куда должна была быть зачищена, если они периодически дохнут бы? Держитесь за моей спиной! Это не мой путь, дура! Идиоты! Не дохните! Не дохните! Понимаете, самая простейшая вещь. Вот как тебе сказать, вали оттуда! Ну, она просто не может оттуда отступить. Жена стоит в дебильном месте, из которого она не выживет. Просто, наверное, если их количество сократить, то, в принципе, можно.
А, блин, танкующие жрицы, ну это охренеть, блин. Дожили. Каким-то образом вроде бы затащили. Нет! И... Я... Давай! Я не знаю, вот типа... Вот из паузы, чтобы снова нажать на способность, должна пройти секунда. За эту секунду у тебя трахнут всех. Спасибо, игра, блин. Кто придумал это управление? Спасибо тебе, блин. За самое лучшее в мире управление, блин. Только упустил, блин, из виду, типа все, поуничтожали. А. Нужно просто скорость убавить. Там можно скорость убавить. Однажды все это будет а, серьезно? Ладно, спасибо. Честно, не знал, что в минус можно. Еще золото. Ну вот серьезно, типа, она танкует, как бы, в этом проблема. То есть я ее не могу из-за этого отпустить, потому что я стою, блин, в центре, и все. И вот так вот. Че нет кнопки, типа, вали нахрен домой. Охренеть, он ей пол хп снял. Какого хрена? С удара. Ну, я не знаю, типа, в какой момент ее лечить там, блин. Блин, до этого все нормально было-то, а? 0-2 можно стоять. Да 0-2 не сильно поможет, когда я, типа, с одного удара пол хп сносит, блин. Типа, я тогда все деньги потрачу, типа, на половину хп ее выхиливаю, блин. На что лучников повырубали? Или что лучники переагрились с ней? Ну, там файтер отлетел. Неужели ты сообразила, что, наверное, стоит уйти? Да не может такого быть! Это важный день в жизни государства. Ну, давайте подкинем, потому что что-то как-то не заинтересован народ. Шамана до сих пор выносит. Вторую часть, кстати, маны вообще как понять не мог. Ну, кулдаун, наверное, были. Ну, в принципе, маны неплохое, типа, дополнение, на мой взгляд, которое они добавили. Серьезно, я просто по экономике улучшиться не могу. Мне приходится всех воскрешать. Надо еще жрицу, блин, вернуть. Файтер, рейнджер, жрицу, блин. Там, по-моему, новая толпа, типа, и бредет сюда. Ну ладно, тут типа тут до сих пор один дворф и дворносы типа фигачит. Я в курсе, что казна почти пустая игра. Уже можешь мне об этом не напоминать. Блин, это просто трэш какой-то. Ладно, момент не упущен, но придется много загружаться и так далее. В этом проблема. Блин,
Я случайно... Да загасите в эту хрень. Золото ваше лично. О, там левел от дворф. 22-й. Главное, чтоб хилки купил. Еще золото. Серьезно, насколько типа тут жесткий гоблин, и меня даже великаны не беспокоят, потому что великанов просто порву. Еще золото. Моя следующая битва. Ну вот слева торговый пост занять надо. Так блин, я бы знал, где он там. Я так-то хочу, я об этом уже задумывался. Держитесь за моей спиной. Именем короля. Видимо, не огребай. Потому что есть много вещей, которыми надо будет заняться. Ага, вон бегут снова. Надо теперь вкурить куда? Не-не-не, какое быстрое сохранение, блин. Типа просто сверху нападут. Погнали, флаги. Ну, флаги, да. Чё флаги-то? Я же говорю, понять бы куда. Надеюсь, не поздновато, и они, типа, мне ничего не сломают. Ну, вроде как бы, типа, тут что-то в теме, народ. Как-то типа какое-то сражение в толпе идет не очень. А Двар что отказался? Ну, держим. Хрена, блин. Это самый лучший герой в мире, а не в начале самых слабых врагов уничтожает. Ну, с одной стороны, это хорошо, к примеру, потому что шаманы, к примеру, не будут бить. Но, не знаю, с гоблинами они как-то странно сражаются. Чё вы там ходите? Дварфы просто охренели. Неужели я сейчас могу улучшить? Да не может быть. Чтобы больше денег приходило? Так как так-то? Я даже, по-моему, никто не сдох. Кстати, доп героев построить вроде рока не доступ тут. Ну да, есть такая идея, но я вначале вот эти... Короче. Я вначале дварфов как доп-героев хотел построить. Да, наверное. Да, хорошая мысль. Мы вот этим улучшением займемся, чтобы они эффективны были. Так, что там будет стоить? 680, вполне возможно. Потому что дварфы, ну, они, типа, ну, танкуют, типа, лучше. Так. Там что-то опасно ставить. Блин, ну ты вот сюда серьезно не можешь поставить никуда.
еще золото, ваше личное. О май гад, что творится? Что творится? Они выжили! Они выжили, прикиньте! У тебя как раз 300 на 3000, ну 3000 я потратил на улучшение экономики, потому что типа, чтобы воскрешать и так далее. Я перед дварфами хочу жрица воскресить. Еще золото, ваше личное. Еще золото, ваше личное. Вполне возможно. Так, бегут. Блин, он знает, наверное, сюда куда-то. Я на защиту государства. Еще золото, ваше личное. Сюда посмейте сломать, только посмейте. А ну не трогать. Они на Хогвартс напали. Че-то какие-то нападения слабее стали, мне что-то как-то беспокоит. Так, я не понял, это что за. Еще золото, ваше личное. Ну и опять разбредаются, блин, повсюду. Глава храма Фербуса сказал мне, что его звероловы охотятся на особо крупного дракона. И если великий король поможет им убить эту тварь, то слуги Фербуса помогут вам, ваше величество. Ты смотри, этот вернулся и продолжил уничтожать здание. Да вы что ж такое-то? Я что, зря на него цену, что ли, поставил? Какой-то упорный, блин, парень. О, храм Фергуса, блин. Я не знаю, я сейчас здесь построю торговый пост, его дракон вынесет. Я не уверен, что уровень замка здесь вообще доход влияет. Вот сейчас 125, сейчас закончится. 275. Вот. Не, влияет. Типа, плюс больше гвардосов, плюс больше сборщиков налогов, строителей. А. Блин, я бы еще дворфу мог ускорить. Они все первого левела отлетели. Дима Дуденко. Добрый день. Здорово, здорово. Так, ну сейчас по... Блин, чё ты стоишь? 3000. Ну ладно, вначале дворфов, а потом улучшение. Помоги мне. Ну да, тут еще собаки нападают, я не пойму, откуда его. Чёрт. Вот откуда эта собака тут появилась, а? Еще золото, ваше личное. Еще золото, ваше личное. Стройте сюда. Значит, внизу логово осталось. Где вот тут ж? Ну, блин, хрен найдешь, блин. Просто одна собака, блин. Которая все уничтожила. Че, они до сих пор этого шабана, блин, сбивают? Понятно. Понятно, понятно. Бля, 4200, охренеть. Ну ладно, того дворфа воскрешаем после, типа, этого улучшения рынка. Да нет тут логова.
Просто где-то бегает собака, короче, непонятно откуда. И нападает на здание. Серьезно, при том у этого шамана даже, по-моему, урон не такой уж большой. Но у него просто дохрена хп, это главный гоблинский танк. Гоблинской. Так, улучшение погнали. Да, поставь на него награду, так буду кричать. Да пускай бьют. Серьезно, от него проблем мало. А награду на него большую понадобится. Так, дворфу погнали. Даже здорово. Как это дела? Так, сейчас природ денег пойдет. Блин, куда-то там поперся. Герой вообще, по-моему, пох на него, серьезно. Так, прутся. Прутся. Блин, я бы еще знал, куда собираются напасть. Но давайте вот так вот. И, короче, 1000 ставим. Живайся на защиту! Смотри, там не отъезжай, блин. Ну, хилки есть. Так, ну с тобой все понятно, второй левел, окей. Я предполагал, что они будут часто дохнуть. Но нормально, готовлюсь к Новому году. Чикиряуту. Кого? Чикиряуту? Что это значит? Какой левел? 4-й двор. Похрен. Держимся! Держать строй! Ну, вроде бы справляют. Черт. Только сказал, сразу файтер отлетел. Подожди, он отхилился? Что? Или это новый шаман квит? Можно вопрос, а где все? Где чертова защита? На всякий случай. Блин, у меня же не отлетела куча народу. Ну, вот это не куча народу. Жесть. Новогодний Чикиряут — это славянский праздник, нужно петь песни во славу Перуна. Хренась. Ну ладно. Я петь песни не умею, потому что караоке стримов не будет. Гасим. Ну, блин, я правильно дворфийские крепости поставил, они неплохо держат. Сука, эта собака меня задрала, вот серьезно. Я вот просто 500 монет на нее поставлю и уничтожу. Откуда она там появляется? Дворф на выход. Подожди, чё? Жи, какого левела? 23-го, 8400, да ты как отлететь-то умудрился? Писец! Идиоты! Серьезно, блин! До этого за 4200 я просто не могу себе позволить воскресить. И еще этот дебилой дохлый, блин. Давай, воскрешайся. За 200. Двор. Погнал.
Давайте, погнали! Эти куда пошли? Так, гоблины, не надо. Одумайтесь. Главные танки отлетели, это просто капец. Я хз, и чё они там уничтожать собрались? Если наверх пойдут, они будут здание выносить. Так, шамана бить! Блин, ну того за 4200 надо воскресить, а 8400, блин, я хз как бы. Блин, там опять дворф отлетел. Ну, типа, дворф 7 уровня, это понятно, но, блин, это все равно дорого на воскрешение. Наконец-то убили. Какое здание? Да! Нет! Да, сука! Дебилы! Сколько можно, блин? Как ж так-то, а? Ну серьезно, герои там сражаются в центре, и гоблины решают, ну а вынесем-ка мы здание, ага. Гениально, блин. Блин, сейчас на восстановление всего этого куча денег уйдет. Помянем нашу экономику. Помянем. Сучары. Ну, куда-то построено. Теперь вот это вот все восстанавливать, блин, непонятно сколько. Чтоб новые герои могли закупаться. Которые появятся в ближайшем будущем. Гаси говнюков! Я до сих пор того дворфа за 4200 не воскрешаю. Наверняка новые дворфы, они даже закупиться там не успели, в принципе. На новую снарягу. Бедная собака за 500 монет. Я понимаю. Блин, там один дворф, вот не дай бог ты сдохнешь 22-го, по-моему, 23-го уровня, блин. Так, ну ладно, с этой стороны не должны трогать. Так что тут, наверное, все-таки за улучшение можно были последить. Мои навыки улучшаются. Экспо набирает. Так, ладно, давайте на воскрешение дворфа. 4200. Ну, стараются, стараются. Знаете что, давайте, короче, рисковый момент. Вынесем великанов, чтобы они, короче, типа, не создавали миллиард проблем. Короче.
Они откидывают героев, и это проблема. Плюс не вздыхает так же быстро, как хотелось бы. Ну, быстрее гоблинов вздыхает. Ну, серьезно, великан вздыхает быстрее гоблинов. Это, типа, гениально. Сначала элемов с дороги убрать. Да, не знаю, не особо. Так эти снизу, типа, подходят. Нормально будет. А вы знаете что? А я почти его воскресил! Хей, 4200! Блин, ну вот следующего, серьезно, проще типа кузницу улучшить. Еще золото, ваша мечта. Ну ладно, приток денег типа лучше станет. Так, бегут. Бегут! Так, вперед! На защиту! Где ты там погиб? 19 уровня героя погиб, отлично! Серьезно! Вот этого мне не хватало, конечно. Давай, гаси их! Чики их, роди мои! Такое слоумо. Блин, какой кадр. Блин, это так тупо и забавно. Ты серьезно, ты сейчас сдохнешь, серьезно? Помоги мне! Помогу, помогу! Хрена, блин! Вы там чем бьете? Баллистами, что ли? Просто у полностью прокачанной гильдии ХП улетает. Просто в секунды. И мне деньги нужны, иначе я вынесу. Придется применять. А элемов-то на дороге-то и нет. Во, вынесли, найс. Просто зверь. Чё там? Опять что ли? За 4200? Да сколько можно? Дварфы вы чё, охренели что ли? Я уверен, они просто в отпуск уезжают, и типа, и ты им оплачиваешь отпуск, типа, за эти бабки. Вздыхают они, ага. Блин, я поверю, бля. Надо файтерс, типа, ну эти файтерские снаряги улучшить. Ну вообще снарягу надо улучшить всем. Жесть! Халтурщики, блин! Ладно, хоть остальные, типа, поменьше дохнуть стали. Жесть, просто жесть! А. Я уж, типа, в панике смотрю, типа, здание разрушено, читаю, ага. Ладно, лучше нам написано. Еще золото ваше. Еще золото. Так, за 3К. Еще золото.
Вначале улучшаем файтеров и рок, потому что их много. Назад в город? Пожалуй. Волшебников пока мало. Готовься. Сборщик. Так, погнали, последних выносим, чтобы проблем меньше было. Так, по-моему, там опять бегут. Там опять бегут, бегут, они бегут, бегут. Они бегут. Так, живо сюда. Все сюда. Сборщик на лоб. Слушай, а в принципе он так неплохо им навалял. Дэшера. Еще золото ваше личное. У меня еще много дел. И сейчас, короче, такая атака сверху. Что просто охренеть. Так, давайте оружие. Быстрее убивает, меньше проблем. Тут даже не выживаемость идет. Так, тащим, тащим деньги. Ага. Так, черт, 4200, понятно. Не, в принципе, молодцы. Так, 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 так. А чё, а где еще торговый пост? Понятно. Хрен его знает. Просто всякие роги и лучники еще начнут быстрее выносить. Ага. Так, отлично, отлично. Просто такая толпень. Конец-то. Ага. Ну, пошли закупаться. Найс. Найс, найс, найс. По идее, в какой-то момент я вполне могу и там дракона вынести и так далее. Да я и сейчас, в принципе, могу его вынести. Все, типа... Кто там говорит, что момент упущен? Нормально, справились. Блин, получается, мы элементали разбили? Я даже этого не видел. Жесть. Ага. Так, давай броню. Единственное, заработаем помалу, блин. Подожди, а еще один рынок? А, только один может быть. Блин, почему переносящие деньги здания, типа, по одному? Ну, как так-то? Ну, кроме, грубо говоря, торговых постов. Но они только в определенных местах. Так, давайте воскрешаем дворфа и сейчас странную тему скажу. Нанимаем магов. Ну ладно, вот дворф, который за 4200. Надо воскресить. В первой части рынков много можно было делать. Ну, типа, да, вот экономику через рынки стоит. Да, они следующие дороже стоят, но, блин. Типа, они же место занимают и так далее. Ну, как-то, не знаю, с экономикой здесь, конечно, проблемы. Я нашел. Я нашел, откуда вы там появились.
Грёбаные собаки. Так, вроде пока нападений нету. Странно. Очень странно. Месть! Это вам за торговый пост. Так, гоблинцы бегут. Привет. Все, в первой части экономику никто не объяснял, многие проблемы были с экономической миссией, хотя сам факт, что там есть экономика с разной экономической тактикой. Фига. Ну я говорю, я обзор небольшой видел, там, конечно, про эти тактики не объяснялось, но то, что там было много моментов, всем, что у эльфов какие-то бордели были, еще что-то, я понял. Так, вперед! Все на защиту. Спасаем дворфа. Дворфа это дорого. Жди, ты взял себе крутую броню? Нет. А почему ты не взял крутую броню себе? Хилки-то есть? Ну, у него хилки есть, вроде должен выжить. Ага. Чувак, погнал. Блин, и... Когда я начну магов делать, надо будет сразу и эльфов делать, чтобы сразу же пати готовить. Справились? О, да. Так, там на великана похрен. Поехали. Новые затраты по деньгам. ФП, кстати, в первой части удваивали генерацию денег. Там надо было выбирать между другим расам. Ну там точно богов разных, вроде как я понял, надо было выбирать. Там что-то типа два, чуть ли не два пантеона богов и, по-моему, кролем, короче, сам по себе. Так, ну вихрь, я не знаю, мне так и не понравилась способность, а вот огненная буря может быть неплоха. Че, никто не поотвечал? Это тот дебил, да? Идиоты, блин! Так. Все качается. Чтоб больше денег на его воскрешение тратили. Так, там никто никуда не нападает. Ничего ем. Три на втором уровне замка, ангелы, доворусы, крипта, ферус или кролем. Еще два на выбор на третьем, хотя король все остальные запрещал, зато у кролема мега мощный босс. Ну, скорее всего, то есть там как-то же баланс типа делали. Файтер отлетел за 2-300. Вы умудряетесь, блин. А, вот, так, поехал, пятый уровень, да, чувак. Чувак долго копил, чтобы я потратил просто миллиард денег. Во-во-во-во-во-во-во, погнали, дам-дам-дам. Узнаю магов. Серьезно, блин, левелами набираешь и так далее, они все равно умудряются не справляться.
еще там за полторака. Ага. Так, стопай, это что, какое-то новое нападение, что ли? Я пока сделаю вид, что я не понимаю, что происходит. Но, возможно, это будет зря. Но, возможно, они попрутся наверх и нарвутся на остальных. Еще один маг где-то живут. Ну, видимо, ненадолго. Покойте вы этого хрена-то, а? О, наконец переключился. Сколько можно, блин? Так, 5600. Так, лучники вперед. Последний маг отлетел. О, да! Маги, никогда не меняйтесь. Типа, а то без вас экономика жить не будет. Ну, то есть, типа, наоборот, с вами экономика жить начнет. Во. Как-то так. Жесть. Вы там огребаете-то так. Текс. Ладно, давайте. Пора на зелье накинуться. По улучшению урона. Так, погнали. Серьезно? Кстати, за лордов надо бы фигануть куда-нибудь сюда. Чтобы гильдию магов теперь защищать. И посмотри, блин, ну ближайшие... Вот серьезно, типа, нанять какого-нибудь сейчас воина Крольма? Пора потратить пару монет. Дешевле, чем воскресить того дворфа. Который не так уж мощный. Ну, не настолько мощный. Эльфийская бунгало. Давайте еще эльфийская бунгало, и надо будет таверну фигануть. Постепенно в остальных будем расти. Еще золото, ваше величество. Еще золото, ваше величество. Пожалуйста, потратим его на магов. Так, погнали, погнали. Золото, ваше величество. Золото, давайте дворфу стащите. Еще золото, ваше величество. Че-то взял, потупил. Давай, Крис, бей, что ли? Я единственный, кто тебя быстро не убьет. Ладно. За вампира неплохо зарабатывает. Так, гоблинцы бегут.
Блин, я не пойму, куда они нападают. А, да как так можно-то? Ну, вроде как сверху собирается идти, пока что непонятно что-то. Просто вот тут что-то сбоку нападение. Не, кажись, сверху. Вард, ты смотри там, не огребай. Я воскрешать дорого. Приключения начинаются. Но... блин. Ну, как-то, не знаю. Тут нужна помощь. У, блин, так, ну, типа, спасибо за то, что дали. Блин, слово это круто в этой игре без тайны. Где же слово? Сити, у вас же, типа, должна быть более крутая снаряга, блин. Вроде должны разобраться с такой, обладая такой толпой. Давайте, фиг. Второе же ранее денег. Ну, нормально, парень там что-то гасит потихоньку. Просто звездец. Сколько мои герои качаются, эти шаманы все равно быстро не убиваешь. Так, что у меня там? Ага, из таких. Ну, кстати, да, Андрешу, типа, Крольмовс. За 8500 стоит. Так, окей. Сейчас всех эльфов понанимаем. Потом гильдию построим. Ну, таверну. Сделаем первую пати с эльфом во главе. Короче, начнем пати делать. Чтобы были защиты для магов. Так, привет! Ну все, типа нормальная снаряга пошла. В принципе, достаток денег есть и боевой мощь королевств. Нормас, нормас. Жевайте, тут не духните, блин, а? Я только мага воскресил. Где ты сдох? Как ты там сдох, Абет? Блин, я как бы хз, куда ее поставить? Ну, там эльфийская лучница погибла, ага. Стандартная тема. Об кого? От дракона, что ли? Ты что там забыла вообще? Эх, игра, не менись. Серьезно. Чтоб я, да и прекратил бомбить с тебя. Да ж как так-то? Так. Да шо за?
Так, давайте живо сюда, там что-то какие-то проблемы начались. Так, погнали. А я нет, да? Сколько там стоит? Он там за 700, наверное. Ну да. Пускай качается. Ужас. Как так можно? Блин, когда пати буду набирать, надо будет поаккуратнее. Ладно, достроили. Так, давай сюда. Так, что мы еще хотели? Ну, кроме найма героев, возвращение типа дебилоидов с того света. Так, давай, следуй. Ну, а еще одну гильдию послушность. Мне кажется, может пригодиться. Так, давайте пробовать. Так, во главе, значит, эльфийскую лучницу ставим, да? Там просто пока все заняты, чтобы не было проблем. Блин. Но... Чего они заняты? Живо! Живо бухать в таверну! Так, ага, так, жрица. Файтер. Сказал маг. Пора потратить пару монет. Это не то. Сборщик налогов. Так, лучница, так, жрица, маг. Подожди, а куда лучница? Подожди, лучница, ты, жрица, файтер, да? Там не нападают никто? А, сука, она там погибла, как ты умудрилась? Вокруг тысячи героев, блин, сдохну. Так, погнали. Живо сюда. Еще сборщик налогов. Вроде пока не нападают. Так, ты. Файтер. Еще золото ваше лично. Жрица у меня все? Вроде все. Еще золото ваше. Ну давай, маг, файт. Нет. Жрица сюда пошла! О, да как же типа тупо! Серьезно! Какая-то сдохла. Пати, надеюсь, не развалилась из-за этого. Потому что если из-за этого еще пати развалилась, то это будет просто трешак. Я не откажусь от помощи. Так, маг, жрица.
Откажется он от помощи, блин. А, нет, пати типа в строю. Ты чё, да, тут двор подлетел. Так, живо туда. Все погнали. А, там опять мага убили. Да сколько можно? Блин, ты откуда отлетел вообще? Понятно. Серьезно, тут ничего поставить нельзя. Тут есть место, играй. Иди в жопу. Я только его воскресил. Все, погнали. Сейчас на закупку пойдем. Наконец-то Андрешу возвращаем. Так, 8500, значит. О, 13 тысяч. Стайный, блин. Вперед! Товарищи! Вперед! Я считаю, что куда-то сюда башню можно поставить. Вот, блин, ну тут есть место! Ай, игра, как у тебя хитбоксы работают. Прям бесит. Я до сих пор ледяной не могу ставить. Толпень. О, почти. Так, давай, ты давай, 500 монет принес. Или 400. Такое, типа... А, о, нифига он-то притащил. Ладно, чё там этого волшебника дебильного воскрешать? 800. Не, ну блин, шаманы это просто звездец. Гипер неубиваемая хрень. Сук, ты? От кого? Блин, ты их в пати назначаешь, мага. Они все огребают. Ах, этот вкусный гриб. Да смотри, не работает. То есть с ними всегда хил есть. Еще один отлетел. А, это тот же самый. Ты че? Да я, короче, КЗ. В смысле, здание уничтожено? Да. Откуда вы тут взялись, блин? Давай-ка посмотрим, что у тебя есть. Сборщик налогов еще заработает. Надо наточить клинок. Ты откуда? Не. В смысле?
ты смотри, они упорные-то какие, а! А, так, а, жрицы низкого уровня погибали. Точно. Я уже забыл об их существовании. Чините давай. Я беспокоюсь за это здание, так что давай, чего лучше? Салхаммера за 8500 нанять. Даже учитывая, что у меня качество героев повысилось. Повысилось количество героев, они все равно, блин, умудряются меня терроризировать. Еще золото, ваше величество. Ты ж просто... Какие ж упорные-то, а? Ага. Так. Поехали, поехали, поехали. Еще золото, ваше величество. Где моя следующая? Я бы пачку рейнджеров бы еще нанял. Эх, помоет все. Вот воинов как-то. Блин, ну тут здание не помещается. Надо как-то защитить крепость. Гильдия воинов слишком далеко будет стоять. Дворфийскую. А, сюда еще одна дворфийская поместится? Хрена, блин. Ладно, давай. Вообще, типа, наверх надо расти, чтобы вот здесь вот оборону устроить. Слушайте, главное сам убить аватар Грумгога. Привет, как дела? Как сам? Ну, как сам? Как сам? А сам как? А? Ладно, давайте прокачивайте последнюю способность, дворфийскую. А, ну да. Вечно дохлые волшебники. Ты не отъедешь от этого. Чё ты стоишь? Он там стоял, пока его не убили! Игра, ты серьезно? Вот скажи ты, а ты вот сейчас серьезно, да? Это чё за бред был? Слушай, вот в этом дополнении есть какой-то дебильный баг с воскрешениями. Это просто звездец. Опять в нападение идут. Еще золото, ваше величество. Вот так. Он просто стоял. Там часть бывает просто, типа, появляется с неполными хп, и хиляют, они из-за этого вздыхают. Я такой, ну нафиг, блин. Не-не-не-не-не! Я что-то забыл про вот этого двора. Так, давай еще раз. Смотрим. Ты стоишь. Ты стоишь. Только это богонутое говно. Только не говори, что вы богонутое говно. А, нет, смотрим. Дебила кусок.
Гаси гавриков! Просто получается, мне нужно именно двух дворфов взять. Чтобы, типа, для последнего было место. Так, погнали! Бой, господа, бой! Так, ну у нас тут все с магической атакой, блин, не знаю. Пока что-то не знаю. Помоги мне! Помоги мне! Там шаманов больше не стало, вроде нет. Помоги мне! Что, сбоку могут напасть? Что? Как? Как ты это сделал? Объясни мне! Пожалуйста! Как? Ну, серьезно! Как вы с ДК дебил умудряетесь? Волшебники как вздыхать-то умудряются, я понимаю, типа, у них гильдия этих некромантов, которых воскрешают, у них договор, что они периодически вздыхают, чтобы, типа, деньги зарабатывать, знаете, как это. Тагрелла еще не построил на воскрешение, да нет. Да меня беспокоит это место, там периодически гоблины, блин, бегают, справа нападают. Да, наверное, надо. Просто ж охренеешь, блин. Сдохнешь у меня тут. Чё ты так огребаешь, я не понимаю. Парень кого-то получает в миллиард больше урона, чем должен. Тут даже никого не было. Кроме вампира и вот этого хрена. Откуда урон? Это понятно, аппетит на низком уровне. Так, новые дворфы. Что-то толпа файтеров подлетала. Вообще кайф. Я не знаю, там... Раз в полгода, типа, созреют уничтожать врагов. Гасите говнюка! Блин, там опять рейнджер отлетел. Ну там низкого уровня, да? Да, пятого. У вас воскрешать дешево. Для Масуки по большей части нужно. Да где? Как? Как ты сдох? Объясни мне! Серьезно, блин, столько героев в округе убивает магов, блин! Где мне, сука, денег столько брать? Вы меня, блин, все тырите! Серьезно, живой маг, видимо, маг это, видимо, плохой, они все пытаются личами стать. Серьезно, можно магов личами делать, потому что они реально этого хотят. Назад год? Пожалуй. Столько сдыхать надо умудриться, он за три кабля. Идиоты, блин. Я получила, что хотела. А теперь? Они такие же. А, в общем, было интересно нам твои впечатления от первой части.
Ну, потом когда-нибудь. Я говорю, много игр. Я даже, типа, этот следующий мод не сразу начну. Ты мне, кстати, ссылку на него еще раз кинь. То, что ты тогда кидал, типа, парень, который все перерабатывает. Вот, я посмотрю, что как пойдет. То есть, ну, я вначале Аркану пройду, потом, типа, вернусь, скорее всего. То есть, я как-то так. Может, мне от игры надо будет отдохнуть, реально. Она все равно, она прикольная, она очень однотипная в этом плане. Дополнение про зверолюдов. И там еще какое-то есть, битва Ордани, что называется. Дополнение. Так, 5200. Так, сейчас, ну, эту... Савхаммер и Некромонт. Фиганем. А, нам Агрелла есть. Еще золото ваше личное. Мои навыки улучшаются. Я не справлюсь сам. Какая музыка. Я не справлюсь сам. Сдохнешь, нет? Не сдох, 1 хп, офигеть. О, давай, втащи ему. Ты это будешь есть? О, нормально. Ну, а, блин. Да, я понимаю. Еще золото ваше. Я должна искать новые. С фанатским патчем есть, но у меня он в итоге вылетать начал. Блин. Сейчас. Так, сейчас. Сейчас я вас копирую. Погодите. Наверное, музыка прекратилась. Ага. Все, спасибо. Да, блин. Так, подожди. Ждем. Ага. Подожим. А, давайте на ускорение. Так, я совнусь на всякий случай. Тут, блин, упущу какое-нибудь гипернападение. А я, у меня там половину зданий, по-моему, снусь. Они до сих пор привлекают меня. Я должна искать новые испытания. Я хотя не уверен, насколько некромантик силен. Экспертная. Это же эксперт. Экспертная это самое крутое? Да, по-моему, самое крутое. Ну, опять бегут. Ред! Точно нужен пив. Так, вперед! Да, у жрицы, типа, нормально там. Агреллы помогут. А можно, типа, вот этого, чтобы защита пошла, типа, фигачить? Там один дворф реально сражается. Какого хрена? Местный искусственный интеллект, он просто гениальный. Вы смотрите, лучники что делают. Я просто временами охреневаю с происходящего. Сборщик налогов. Ну наконец-то они решили сразиться! Невероятно! Вот почему в Средиземье дворфы, короче, не пришли на помощь во время Властелина колец. Потому что они видели то, что всем остальным похрен, что они сражают. И сказали, не, вот теперь мы будем смотреть, а вы сражаетесь. Мы наконец-то вернем скоро вот этого дворфа.
Ни хрена не происходит, страшно. Жесть. Крепкий шаман. На, бля. О. Невероятно! За 8400 мы вернули дебила. Так, надо теперь, если кто-то сдыхает, не упустить его. И воскресить. Блин, просто охренение. Так, ну чё получается? А чё не полный хп? Давайте! Разберемся с драконом. Вперёд! Хату ему разнесите! Настоятель храма Фервуса был крайне рад, настолько, что немедленно перевел храм в ваше подчинение. И кроме того, пообещал призвать силу своего бога, чтобы вызвать вам в помощь волков. Надо лишь дать ему знак, применив заклинание «Щит хаоса». Знаете, ваше величество, мне показалось, что настоятель что-то скрывает и очень боится вас, сир. Чё? Подожди, щит хаоса? Чё, о чём он сделает? А. Главный зверолов не обманул, сир. Как только вы подали знак, он вызвал обещанных волков. И волки придут! Волчары, в первой части на кладбище не воскрешали, и списка героев не было, только внутри гильдии, так что при звуке смерти у них там приходилось прокликивать все гильдии, искать для воскрешения. Да, да, это жестко. Сборщик налогов. О, так давайте последнего. Давай Андрея, типа, зафигачим, потому что он, грубо говоря, это реально уникальный персонаж. Потому что я больше не знаю, как это ей делать. Ищет приключений. Битва с моими сестрами успокоит меня. Еще золото, ваше величество. Так, погоди. Хотя вот как маг, типа, очень опасен. Если сдохнет. Не, он, кстати, и снарягу не улучшает себя, вот в чем проблема. То есть, ну, говоря, это просто уникальный класс персонажа, для которого даже снаряги нет, что ли? Он же ничего не покупает. Типа, я уже не первую миссию вызываю. Ох, так. Ну, что у нас? Давайте зомбоящеров отфигачим. Вот это вот прокачаем. Так, тут у вас все. Храм был в микро DLC, в фанатском патче его вернули игру, как и храм Лунорда? Что за Лунорд? Так, сейчас после атаки надо будет, ну, торговый пост фигачим сверху. Как-то там башнями, что ли, защищаемся, гильдиями, файтеровскими, дворфийскими. Я просто КЗ, но вот сейчас я 1000 назначу, они же типа будут по рядом ходить, но не будут нападать. Ну Терезу сложишь, что ли, было? А, ну смотри, волк помогает. Вперед! Товарищи, вперед! Там пофиг.
позади. Монет. Лунорда, тоже храм у них в DLC добавляли, и там новый класс апгрейдер. Ну я думаю, это в следующем дополнении, потому что в этом уже нифига нет. Я реально ожидал, что в этом дополнении побольше всего будет, а по факту, ну, типа, почти ничего не завезли. Защита от яда и, типа, на одну миссию одного лорда. Уникального и все. Ну, типа, ну, грубо уникального. Типа, ледяную башню магов. Которых еще потом нельзя использовать. Парфийский А6. А, 3 это максимум! Ёперный театр. Блин, я не знаю. Опасно по большей части так строить. Серьезно? А. Я тут понимаю, почему нельзя. А у тебя не особо. Блин, как мы вот эту позицию будем защищать, это вопрос. Так как... Крепости дворфов, они отлично танкуют, просто нереально. Но вот башни я по поводу них не особо уверен. Новые пати будем готовить на хате с магами вечно дохнущими. Что, где кто? Он. С тобой топов. Что-то с ФПС. Лунорд. А Лунорд это для магов улучшение или кого? Что это мне даст вообще? Улучшение. Ага, загасили нормально. Построено. Маги успешно зачаровали артефакты и раздали их героям. Ага. Что за артефакты? А, что это за нападение? Так, по-моему, какое-то нападение происходит. Так, живайся сюда. Не охренеть! Я на защиту! Опять сдохну. Сколько можно? Помоги мне! Этой битвы мне не выиграть! Хватит здание трогать! Сколько можно? Помоги мне! Я серьезно! Это похрен. Готовься к смерти!
Это легендарная эльфийка. Тысячу раз воскрешенная. Так, слушай, давай еще 500 монет накину, хорошо? Народ, валите сюда. Дебилой, на помощь нужно. Однажды я проиграю. Бля, я все-таки не воскресил эльфийку. 200, блин, стоит, охренеть. Так, подожди, а что за артефакты, я вот не понял. Какие артефакты? Кому что раздали? А, подожди, так они бафают? Я вообще не смотрю, что не умею. Где там способности пишут? Так, это что? Массовое лечение, ага. Святая мощь накладывает эффект повышающего рукопашный. Святая так понятно, святое лечение понятно, магическая атака. Окей. То есть я бафера, ага. Интересно. Сейчас народ прокачается. Массе будет. Я знаю, Андрей сливает типа все свои деньги типа на подписки на Твиче, вот поэтому у него нет денег на более крутую экипировку. Что, справились. Так, давайте еще одну башню фиганем там куда-нибудь сюда, там допустим внутрь, когда прорываются, чтобы по ним стреляли. Нормально, справились. О, блин. Новая толпень бежит, кажись. Хорошо накрыло. Да, я понимаю. Грумгок, блин. Что, вампиров надо будет потом тащить? Замок вампиров. Аватар Грумгога говорит, те, кто защищает осквернителя, умрут. Шо? Жет, на меня нападение? Пожи. Игра, может, не надо? Это по времени сработало или как вообще? Или они просто там ходят? Да, с вампирами разберемся. Не, вроде бы просто ходит. Хрена себе. 30 уровень аватар Грумгога. Жесть. Это сверху. А, просто сверху бродит. Ну ладно. Я уж немного перепугался. Это откуда? Слушай, я что-то беспокоюсь за вот эти вот здания, поэтому я, наверное, их лучше. Так, гасим. Гасим, гасим, гасим. Где погиб? Что, если не погибает, я тебе сейчас погибну, блин. Как умудрился-то?
Я сказал, в нашем королевстве не погибают. Вы что, охренели, что? Так, нормас. Нормас, нарад. Что там, скорость? Защита от... Ну, от стрелковых может пригодиться, я думаю. Магических, наверное, не надо. Тут парень вроде стреляет. Так, ладно, кто там погибнуть хотел? Так, здание улучшено. Куда теперь? Угу. Бля, они все равно постепенно прошибают. Это охренеть, блин. Сила этих гоблинов. Я вам сейчас бы тоже башню вынесу. Ща, погодите. Первым делом я, конечно, с элементалями разберусь. Чтоб не мешались. Блин, я надеюсь, там никто не сагрится. Так как так, блин, он как будто предсказал, что я буду нападать. Не, ладно, возможно, не спалят. Гаси давай! Ага. Погнали, погнали, погнали. Куча нахрен рейнджа. Что ты там об кого сдох-то вообще? А? Об шамана, что ли? Ну, типа, вот проблема вот в этом шамане, который тут бегает что-то. Тебе даже там под бафом кинуть ходит. Так, давай первую башню фигачу. Посмотрим, что как пройдет. Вот и главный храм бога чумы, ваше величество. Там дракон летает. Он явно больше других храмов. И к тому же, вот та тыква перед входом. Тоже самое здоровое из всех тыкв, виденных нами на землях гоблинов. Ага. Тыквы — это явно какой-то символ веры в Грумгога. Эх, жаль, нет времени исследовать этот храм. Вот был бы прекрасный материал в музее народов Ордали. Так, первая башня готова. Это вам месть, блин. Так, ну подожди, у них типа есть нападение сверху, нападение снизу, да? Бля, они там сами эти здания повыносят, что ли? Совсем с ума посходили. За бесплатно здание выносить? Понятно. А, они просто за деньгами шли. Я понял. Ну, бывает. Слышите, убейте его уже. Я вас верю. Слушай, я удивлен, что этот дракон, короче, не нападал на меня. Вот он там летал. С аватаром пока не будем разбираться. Разберемся, короче, типа вот тут вот справа. Со всей хренотенью. Ага, так. Ну, кстати, все дом квесты выполнили. Че там еще? Это вампиры.
Тоже, кстати, проблемная хрень, надо разобраться. Несколько раз прилетал? А, окей. Может, не повезло, если бы он в какой-то момент прилетел, я бы охренел, наверное. Там, когда, типа, у меня было все опасно. Так, лучница есть хил? А, есть! Хотя он последний потратил. Что, вынесет? Фига! Молодец. Что-то какой-то неубиваемый дракон, блядь. Ну ладно, нашим же экспа. Давай 200. Прилетал Макола, да блин, который ничего не делал. Блин, что-то последнее время эльфийские лучницы, они что-то как-то типа себя мега крутыми посчитали, что ли. Просто типа танкуют башню. Это вам месть, блин, за все, за то, как мы страдали. Сейчас 300, блин. Справится, справится. Или не справится? Не справилась? Пожалуйста, помогите даме. Ходит. А, все, пацаны. Он уже от здания хилиться, надеюсь, не умеет. Готов. Альфа к округе за любыми деньгами охотится. А там на башню, типа, цена даже не назначена была. Она просто брала, танковала. Там что-то денег не было позади. А, нет, были. Тогда ушибочка. Ну, не знаю, давай. Я не туда нажимал. Давайте еще там 1200 подкинем, короче. Так, ты там смотри, не сдохни, главное. Это вот пати на хате. Девятый уровень, нифига. Кстати, неплохо выносит так. Двадцать две тысячи. Парни, вы охренеете! С тем всем! Познайте себя в таком же состоянии, как и я. Слушай, а скажи, а когда ты играешь за монстру, ты же, по идее, против героев сражаешься, они там прокачиваются вообще? То есть там такие же миссии, как были, когда ты против гильдии воевал? В которых я просто, типа, по-моему, самая трушевая миссия. Но нет, самая трушевая — это против демона. Ну вот, короче, на втором месте. Хотя нет, я не уверен. Где-то 50 на 50. Демона хотя бы загрузками можно было побороть. Там хрен его знает. Этот куча всего купил себе. Типа куча алкоголя, ну да. Старяга так не покупает. Так, там аватар проснулся. Yeah.
Давай всем улучшение. А, подожди, а больше волков не будет, что ли? Как так-то? Слушай, это аватар Грумго или вообще типа лошара какой-то? Серьезно. Он хоть кого-то убил? Серьезно. Давай еще защиту. Не жалко, что ли? Серьезно, его даже без цены, типа, этот. Андреша зафигачит. Жди, а у него что? Так у него атаки больше. Защиты 68-94. Ну, защит меньше. Ну хотя от ближней атаки, но. Ну смотри, тут типа вот он сотку атакует, а у нас защита 93 от стрелкового. Здание расфигачили, разошлись. Что, серьезно, сила вам придала? Ща, погоди. Есть у нас антисила, называется 10 тысяч голды. За голову. Сейчас мы покажем ему силу. А сколько у него? Атаки меньше стало. Но это блокдер стрелом, наверное. О, фиг убил. Смотри, смотри, он кого-то убил. На. А, это ледяной маг. Андрей пришел. Наконец-то Андрей заинтересовался. Хрена там что происходит. Кто погиб? А куда он бежит? Чё, зассал, да? Гаси его! Слушай, это просто какой-то гоп-стоп, блин. Ты чё, меня мою крепость под конец пытается вынести или чё? Куда он бежит? Там такая стена из башни. Где же золото? Город Б. Назад в город? Пожалуй. Блин, вот тут что-то даже перевода нет. Пора потратить пару. Где же веселье? Бэквайпер. Таким и был изображен великий король на картине «Битва у проклятого храма». Сильным, решительным, знающим цену рекомендациям своего мудрого советника и неизменно побеждающим любых врагов. Хм. А если реально можно было бы, был бы аватар именно короля, ну вот твой? Ты сам кастомайзишь его, типа, назначаешь ему какие-то способности. И, ну, там, допустим, в какой-то момент призываешь, или он у тебя с самого начала в королевстве. И постепенно из миссии в миссии переходит. Ну, так, специфично. Ладно. Дополнение, ну, это просто дополнение, честно. Я как-то больше контента ожидал, к сожалению. Кроме, ну, монстры гоблинов, вот, почти ничего не было. Типа, ни новой снаряги и так далее. Что-то печально. Дух королей есть. Ну, дух королей это не то. Я просто имею в виду, что был бы вот, знаешь, такой RPG-элемент, ну, с прокачкой героя имеется в виду, именно твоего. Вот, и, ну, он также закупается предметами, типа, и так далее. Просто, как бы, не знаю, у него было бы... На защиту королевства у него было бы больше, к примеру, желания ходить и так далее. Ну, хрен его знает. Вот, что-то такое.
Вот, и ты сам его делаешь, там оружие выбираешь, способности. То есть там древо способностей будет. Вот. Там разнообразное оружие, что он будет использовать и так далее. То есть ты там... ну, там выбираешь, там, допустим, арбалет или лук поставить, или там еще что-нибудь, и там от этого зависит, там, допустим, криты он будет наносить, дальше стрелять, чаще стрелять, или там больше урон наносить. Вот, с доспехами то же самое. Ну, вот именно своего закастомазить, потому что ты тут не кастомазишь, то есть они, грубо говоря, ну, все одинаковые. Все равно там какие-то рандомные параметры есть, но большой разницы нет. Здорово, Варлок. Варлок, ты мне тогда говорил миссию перезапускать? Я прошел ее, смотри. Не то, что на изи, загрузился раз 30, но я прошел. Да, я прошел. Да я тут рассказываю, что было бы прикольно в этой игре, вот, типа, твой собственный аватар создать. То есть ты его создаешь, то есть как древо навыков, вот, и он там сильнейший воин твоего королевства, грубо говоря. И его не надо нанимать, он всегда есть, но его воскрешать надо, если он погибнет. Вот. Так что какая-то такая хрень. Ну, типа... Блин, тут музыку бы запустили, что ли? Понятно. Далее. А что там в одиночных миссиях есть? Я даже не смотрел. Душные тропинки. духота. Понятно. И, кстати, не очень много. Так. Что у нас? Через какое-то время с Андреем КО будет? Вот. Кстати, одиночные точно... Ну, одиночные я уже, наверное, не буду проходить. Вот, осталось два DLC, я их уже после Арканума буду проходить. Аркан, да? Или Аркани? Не, Арканум. По-моему, игра Арканум называется. Вот. Какой кооп? Ну, будет кооп по Halo 2. Ну, мы с Андреем его проходим, почти прошли, но там 4 миссии осталось. Ну, не знаю, вы на него не ходите, поэтому вам, наверное, не интересно. Ну, короче, мои влажные мечты по поводу того, чтобы игра дальше развивалась, ну, не знаю. Но я говорю, есть игра, которая так же работает, по-моему, Warlock называется, кстати. Warlock, прикинь, в честь тебя игру назвали, которая похожа на Majesty. Ну и вот, и ты там просто на островах таких летаешь, и присоединяешься к острова, там еще дополнительный герой, ну не то, что герой, работники, там не герои, там работники, грубо говоря. Они почему-то сами решают, что делать. Ну и там есть исследователи, то есть, грубо говоря, гильдия исследователей, ты их можешь отправить, чтобы они там проверили остров на ценные ресурсы. Там много разных ресурсов, что-то такое помню. Ну не знаю, видели, нет? Я не знаю, Ведомир или Варлок, вы не играли в эту игру? Может, она не Варлок называется, но я что-то недавно как-то название попалось, мне показалось, что это она. Такого не помнишь. Так она недавно вышла, она, по-моему, даже не релизнулась, она в раннем доступе с этого года. Смутно помню, но как-то не... Да, меня тоже, я что-то там, типа, запускал ее, но я поиграл, наверное. По-моему, там компании не было, там была кастомная карта, ну, грубо говоря, цивилизация такая, на которую ты начал, ну, что-то как-то без какой-то цели, ну, мне не по кайфу играть, мне вот нужно, чтобы там какие-то события происходили, а еще что-то. Я такой ленивый. Ну вот. Ну, смотрите, я надеюсь, типа, вам понравилось. Ведомир, приходи еще. Очень печально, что тебя интересует только Majesty. Так, ну, Аркан закончим. Вот, я установлю и посмотрим. Ну, два последних DLC, я хочу их пройти. Craft the World играл Mix Majesty с Террарией. Craft the World. Ща, погоди, посмотрим. Но я что-то не уверен, что играл. Cross the World. Она на какую-то мобильную похожа, если честно. Ну да, что-то такое, террария есть. А что там, на тебя нападают или как вообще? Или ты должен куда-то посылать своих бойцов по большей части? Да босс. Шо? Подожди, а там точно Majesty? Больше на террарию похоже, если честно.
Реально, какая-то типа террария для мобильных игр. Ну, копаешь, добываешь, риги, крафтишь. Но бойцам напрямую не управляешь. А, да? Непрямое управление. Я все в оно хочу поиграть новое только. Подожди, а какое последнее оно? Это которое про этот. Я уже не помню этих оно дофига. Это которое 1800, это последнее? Я играл, который про будущее. Но мне в какой-то момент надоело. 2019. Это оно? Это оно? А что у нас сегодня в Epic Game раздает? Прикиньте, сейчас такие раздают. Majesty! Нет? Так, что это? Moving out? Что? О, подождите, надо взять. Надо пацанам рассказать, по-моему, прикольная игра. Коопная. Косарь по скидке плюс 2 DLC по 3К. Шо? Подожди. А, так это игра от Ubisoft. Все, понятно. Типа, все стало на свои места. Не, я в игры от Ubisoft не играю. Типа, с последнего времени, как, типа, по-моему, Assassin's Creed Odyssey вышла, я что-то так посмотрел на политику компании и сказал мне. Не. Не. Блин, мне понравилось. Опять же, я и в первый хочу сыграть, так что... Блин, а когда играть? Просто смотрите, в чем проблема Majesty. Мне нужно много времени, чтобы в нее играть. Если я ее выберу, как какая-нибудь игра, в которую я играю периодически, допустим, раз в неделю, 2 часа, вот, допустим, вот у меня Dawn of War есть второй, в который я играю, я ж ни хрена не буду проходить. То есть, раз говорите, что если HD, первый Majesty, я надеюсь, я с нее не сгорю. Сезон пас 2 рубля. Надо человеку. А, ты мне коп в Divinity предлагал? Да, Варла? Нет. Никакого копа в Divinity. Много. Да, Majesty Gold HD. Ну, возможно. Честно, хочу, но много других игр есть, которые тоже хочу. Времени нету, я не фулл-тайм стример, поэтому, типа, на меня рассчитывать не стоит. Плюс у меня много коопов, и, ну, я и в другие игры играю. Вот тогда кооп в Гримчик. Да когда? Варлок, ты предложи когда. Вот, я бы сыграл. Так вот, что-то некогда. Сейчас, если вдруг Андрей с какого-нибудь дня сольется, можно будет, а так, типа, нет. Путешествие на 30 минут зашли и вышли. Варлок, со мной в Гримдауне. Ты пройдешь игру на всех 3 уровнях сложности, сколько их, пока я, типа, не буду бомбить и крыть лютым матом игру, потому что меня убивает каждая монстра за 2 удара. И из-за этого я теряю экспу. Вот я обычно в такие игры играю до такого состояния. То есть у меня на этом заканчивается прохождение 2-й Диабло, когда я на 3-м уровне сложности застреваю в 2-м городе. Потому что меня аннигилируют все и вся. То есть, типа, Гримдаун я также проходил. Ну, по большей части с пацанами мы прошли обычный уровень сложности, и то, по-моему, не все DLC. Или все DLC. Вот. Но, короче, я их не смог заставить дальше играть, а, типа, я вас всех заставлю играть. Если перс неправильно качать начнешь, ты не сможешь пройти. Ну, 3-й уровень сложности, даже если правильно качаешь, там все равно он сильно на этом зависит. На вещах. То есть, грубо говоря, 1-2 уровня сложности ты, в принципе, хорошей прокачкой можешь пройти, но дальше тебе нужно фармить вещи. Если у тебя нужных вещей нет, ты огребаешь. Ну, короче, типа, я небольшой специалист в игре, то есть я не читаю гайды, я просто вижу, вот мне вот это нравится, я это качаю. Как бы я вот так вот получаю удовольствие от игры. То есть, как вы могли заметить, по тому же самому Majesty, я не просил вам полностью рассказать, как проходить. Я некоторые вещи, которые вы советовали и мне понравились, я их использовал, но я же сам проходил. Так что как-то так. И в одном Диаблоде так и на повышение сложности не пошел. Нет, посмотрел, мосса убил, что еще. Не, но типа мне нравится прокачивать героев. То есть, типа, вот сейчас он у тебя, допустим, ты прошел
я не помню, где-то, наверное, 30 какой-то левел. Диаблу первый мир. Ну, не первый мир этот. Первую сложную. Ты такой, блин, а есть больше способностей, есть больше вещей. Я типа хочу, чтобы мой персонаж владел большим количеством хрени. Вот, и ты такой прешься дальше, но вот следующий уровень сложности. Кстати, что могу отметить? Не помню, в Гримдауне это есть или нет, но в Бордерлендсе, к примеру, появляются новые враги. Ну, во втором, по крайней мере. То есть, типа, повышать уровень сложности полезно с тем, что у врагов новые способности появляются. Появляются новые враги. И все это, в принципе, прикольно. То есть, типа, вот когда есть новый контент на более высоких уровнях сложности, мне такое нравится. Вот, я... Ну, обычно я вот, короче, так полностью прохожу. Во второй борде я вообще, типа, одного своего персонажа, ну, я по большей части в соло играл, докачал до максимального левела, то есть дальше некуда было качаться. Я прошел все уровни сложности и там что-то фармил одного босса. Там при достижении определенной репутации появляется доп. Боссы. Да, да, это не доп. Босса, это, по-моему, немезиды. И... Я, по-моему, так и не смог убить ни одного из них. Это просто какая-то лютая трошанина была, которую хрен убьешь. Я просто с матами. И самое забавное, я сражался с немезидой нежити. И это была хрень, которую хрен убьешь, и когда она сдохла, она еще воскресла. Я типа просто с матом вышел из игры. Не, ну типа это не с уровня сложности с повышением, это с репутацией. То есть типа если ты будешь фармить определенную фракцию, такое иногда бывает, там, чтобы реликвии прокачать, тебе приходится что-то фармить, то вот и так вот туда вот летаешь. Ресуется от одного... А, так это еще не только у него было, я думал нежить, поэтому он ресается. Да пошло оно в жопу, блин. Серьезно, я полчаса его бил, а он еще воскрес потом. Ну охренеть, блин. Давай еще буду его 3 часа бить. Классный босс. Мне понравилось. Блин, башни магов, вот, которые сейчас показывают, хрень. Я с тремя одновременно бился, так веселее. Чуть-чуть заняться нечем было. Вообще не из всех таких Diablo 1 как-то больше все понравилось. И недавно как раз годовскую версию перепрошел, совсем не похоже. А мне вторая Diablo больше нравится. Ну, честно, в техническом плане мне, наверное, больше нравится либо Grimdawn, либо Path of Exile. Но учитывая там, с чего все начиналось, я до сих пор люблю вторую Diablo. Первая Diablo мне не зашла, потому что я играл в нее на плойке. Типа на первой. Это было, во-первых, неудобно. То есть потом, когда ты во вторую Диаблу садишься и на клавомыши, ты такой... В смысле? Так управление может быть удобным? Ни хрена ж себе. Вот. Ну, там были определенные аспекты. Вот. И один из них был в том, что там же все с диска запускается. Ты не устанавливаешь игру, ты ее с диска запускаешь. А диск то ли поцарапанный был, то ли бракованный. Ну, короче, какая-то хрень с ним была. Не загружался то ли третий, то ли четвертый этаж. Ты, короче, мог пройти до третьего этажа, грубо говоря. А на четвертый не мог перепройти, потому что, ну, ты такой, типа, начинает загрузка, и она бесконечная. И вот я раз 100, наверное, пробовал, ни разу не загрузилось. Вот, это, конечно, жесть. Вообще, Грин, прикол в том, что я часов 100, если не больше, продумал. Чего? Хрена себе. Да мне нравятся там пассивные билды, я очень кайф ловлю от местного шамана. Ну, типа, вот это вот, чувак с двуручником, который молнией фигачит. Мне такое нравится, воины маги. Не помню, с кем его объединял, по-моему, с мистиком, с магом который, потому что там есть бафы, которые стихийный урон повышают и дают тебе определенные, типа, поглощение урона, притом это не эксклюзивная способность, то есть там какие-то полезные именно бафы оттуда можно получить, вот, в принципе, прокайфовал с подрывника, совмещенным с инквизиторами, ты просто, короче, качаешь автоатаку и, типа, устраиваешь расстрел врагов, прикольно. Ну, там много прикольных вещей есть. Шаман, маг, да. Нет, смотри, у шамана в чем прикол? Ну, у самого шамана есть эксклюзивный навык, который делает поглощение урона. Там что-то до 20 может докачать. И у мистика есть не эксклюзивный навык. Там такой барьер вокруг тебя. Он не помню, что понижает. Но, короче, он еще поглощение урона дает. То есть, грубо говоря, у тебя поглощение 50% урона.
Да блин, типа Full Voyant, это скучно. А типа прибегаешь, короче, мужиком, такой удар наносишь. Во-первых, молния во врага летает. Во-вторых, начинается типа дождь из молний. Там просто все взрывается, вокруг тебя буря какая-то. И ты такой... Блин, это ж кайф. Ты должен визуальный кайф получить. Ну я, в принципе, понимаю, делал билд я как-то на воина совмещенный. Там, это храмовник? Какой самый последний класс добавили? Он тоже со щитом. И то есть именно щитовика танка делал. Урона не было, урона вообще не было, но зато была куча возврата урона. То есть враги убивались об меня, серьезно. То есть не я их убивал, они от меня убивались. Было прикольно. Типа, мне Диаблоиды нравятся. Ну, плюс Гримдаун, оно как Titan Quest с этого. Скажите, я скажу. Ну, короче, там совмещение классов прикольную тему дает. Даже вот какое-то совмещение, которое, ну, вот, в принципе, ну, вот какое-то неправильное. Вот, допустим, мага совместить с воином. А там что-то может получиться из этого, потому что есть, типа, навыки, которые, ну, грубо говоря, не зависят от того, чем ты пользуешься. Они там могут бонус добавлять, защиту, что-нибудь призывать. Там, к примеру, если ты оккультист, то ты можешь ворону призвать, которая тебя просто хиляет. Вот, найс. Ниточка тебе влетает, ты отъехал. В смысле? Ничего не знаю, если у нас нету. Это война, может, два я сделать, танчить. Ну вот. Ну я говорю, тебе кайф нужно получать от этого, а не вот это вот. Поэтому шаман-маг идеально. Идеально, вот мне нравится. Вот это вот, как я играю, типа вот. Самые геморрой созвездия, блин, ну созвездие, да. Это вторая прокачка, это созвездие. Ну там, в принципе, можно понять, что тебе надо. В какой-то момент ты выбираешь какое-нибудь созвездие и пытаешься там вокруг него что-то построить. Если неправильно вкачал, я скажу. Так их же перекачивать можно. А, хрест. Так, что там с Андреем? Короче, я манчкин, но не такой задрот. Мне нравится получать удовольствие. Там вчетвером, а с кем вчетвером? Андрей не будет играть. Александра одну сложность только потянет. Ну, типа, ну и у него времени нету. Так что не с кем. Не с кем собираться. Плюс времени нет. Ну вот, я про это и говорю. Ладно, потом посмотрим. У нас просто с Александром и Андреем вместе мы по воскресеньям играем кучу коопов. То есть у нас Remnant DLC не пройдены. У нас мы тогда забросили, ну потому что у меня комп не тянул. Как это игра? Вальхейм забросили. У нас что там еще? GTFO, который нужно пройти. Короче, что-то у нас там игр просто до жопы. Серьезно. Вальхейм. Ну вот, а мы только в начале играли, но у меня типа старый комп, типа ноут, он хреново тянул все это. Притом непонятно, почему он хреново тянул, я так и не понял. Но, видимо, он дох, я хрен его знаю. Там просто, если посмотреть мои стримы где-то до лета, я вот в конце лета купил комп себе новый, а вот до лета, если посмотреть, то там, типа, во-первых, стримы в 30 FPS и временами просто какие-то лютые лаги. Ну, в Вальхейме я, наверное, не выкладывал. Фига, да нормально, типа, будет интересно все. Поверь мне, лучше там играть, чем в Гримдаун. Блин, тут посмотрел по Новый год видеокарт 3060, уже 85 тысяч, буду старые игры. Да. Но я примерно прикинул, то есть, ну, в конце лета была самая нормальная цена. И я вот просто такой, типа, все. Я, типа, коплю деньги на комп, и я вот накопил. Я с 3080 взял. Я такой, да. Доходишь до топ-шмот, тупо 20 часов на него копишь реса, а потом показал его уносишь. Ну, да. Ну, как бы, все равно покайфую. Вот. Ну, мы в Вальхейм будем играть. Все. 85 тысяч. Охренеть за видяху. За 3060. Блин, реально можно, типа, за видяху купить себе этот автомобиль. Как вам?
Госвояк. Он свою игру собирает. Понятно. Ну, конечно, базу отстраивать, я купил себе машину в Россовске. Ну, я и говорю, типа, 85 тысяч это автомобиль. А представь 3080, это автомобиль получше. А за 3090 можно уже иномарку купить. Ой, блин. Вот расскажи ты когда-нибудь, что... Ну, хотя, может быть, типа, в 90-е еще комп мог стоить как автомобиль, но вот расскажи там в 2000 году, что, короче... Проще будет автомобиль купить, чем топовый комп. Туточки, ты готов? Ну все, идем. Андрей, тут Варлок убеждает меня пойти в Гримдаун играть. Ну, не сегодня, а потом. Ты хочешь в Гримдаун пойти, надолго зарубиться? Андрей? То есть страховка и все остальное. Топовые системы на базе 239 всякого. Чего? 3,5 яма? Ляма? А во! Я кастомный, я как бы хз. Просто как бы я комп свой не считаю мега топовым, но по-моему нормальный и что-то как-то типа там какая. Разница в том компе, который ты предлагаешь за 3090 от моего. Хрена себе. А, ну понятно. Ладно, все, я пошел. Я надеюсь, вам это понравилось. Так что приходите еще. Видомир, заходи на другие стримы. Ну, по другим играм. Хотя бы пообщаешься. Все, давайте. До скорых встреч, еще увидимся. Вот. На Halo 2, наверное, вас не зовут. Она специфичная, но если вдруг будет интересно, заходите. Все, давайте, пока. До скорых встреч. Еще увидимся.